У меня не было абсолютно никакого таланта в жизни. И это было неважно. Без разницы, насколько вы талантливы. Ваш талант загубит вас, если у вас нет навыков. Если вы не будете учиться, усердно работать, делая себя лучше каждый день. Без этого вы никогда не станете успешным. Расти или умри – это основная концепция в моей работе. Если вы не будете расти, вы погибнете. Я хочу представлять собой идею. Я хочу представлять возможности. Я хочу представлять собой магию. Мы живем во Вселенной, где 2 плюс 2 равно 4. 2 плюс 2 равняется 4, только если ты принимаешь тот факт, что 2 плюс 2 равно 4. 2 плюс 2 будет равняться тому, чему я сам захочу. И есть просто невероятная сила в принятии самостоятельных решений.